Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Димон, И Вуди! Фруди, Как и все! И, в общем-то, welcome to our cup обзорио Monster Run 8, это 243-й? Или какой? 4-й? Черт не знаю. 243-й. Я посмотрел, у нас все открыто, у нас все готово. 243-й варкап. Пишем вдвоем с Димоном. Димон шарит у нас сегодня по роутам, а я шарю по первому прохождению. Поэтому я пошел попройду вот это все. В общем-то, мы появляемся. У меня 29 оф онлайн рек. У меня там кост побежал. Появляемся, нам дают battle suit. Нету места для преджампа, хотя вроде извернуться можно, но смысла в этом не будет. И как только мы выходим... Как только мы выходим из этой зоны, нас не пускают обратно, следовательно, тайм-ресет мы сделать не можем. Точнее, можем, но как бы это все равно будет нелегально. Крутые у нас бобинги, которые крутятся, вертятся. Ну и давайте пройдем дальше. Здесь у нас небольшой стрейф, если падаем, нас телепортируют обратно. Добрая мапа. Добрая мапа, да, без убийств. Если сюда падаем, тоже туда же. Ну тут, скорее всего, одним триггером телепорт натянут. И здесь у нас достаточно интересный момент. Ну вообще не очень интересный, но интересный. Лежит два флая, мы можем взять любой, в принципе. Есть трампа, даблджампнуть. Опа. Дают очень мало флая, и он, наверное, не появится, да, больше? Появится. Не, он, по-моему, не появится. Мы можем, в общем-то, даблджампнуть, залететь наверх, но скорости, скорее всего, будет мало для этого. Поэтому мы берем флай и сразу же забираемся сюда наверх. Где? Не знаю, кстати, зачем вот эта штука нам нужна. Где нам дают 200 ракет, haste и battle suit. Триггер у нас достаточно широкий, чтобы его не пролететь. Это вот эта вся черная штучка, это триггер, насколько я понимаю. Ну и здесь начинается rocket spam-чик. Самые классные лесенки в мире. Да. Рампочка. Опа. Опять же, нас не убивает. Стрелочки. Стрелочки, да, вот это. Ну, здесь просто туннель. Ракет у нас много. Здесь рампа, об которую нельзя джампнуть. В натуре? Да. Я думал, от нее можно прыгать. Нет. Об нее нельзя прыгать, поэтому, опять же, я немножко отберу у Димона работы и скажу, что, чтобы здесь хорошо быстро подниматься, надо прыгнуть прямо перед рампой. Потому что прыгать на ней нельзя. Нужно делать спейсинг для себя так, чтобы прыгать, совершать прыжок прямо перед ней. И чтобы отстреливать, как у меня гост вылетел сейчас, чтобы отстреливаться в рампу, либо там в стену после. Ну, в общем-то, ладно. Давайте посмотрим, что там дальше. У нас есть такие вот ступеньки безопасности для таких, как я, для дурачков, которые не умеют сразу высоко подниматься. Поднимаемся, видим, что здесь такая дуга, которая нас кинет туда. И в этой воде, как только мы сюда заходим, нас отбирают ракету. Но при этом не отбирают Battle Suit и Haste. И на высокой скорости, в принципе, в ЦП мы вылетаем, наверное, на достаточно большой скорости. И здесь нам дают очень много плазмы. Опять же, триггер достаточно широкий. Процессор молодец в этом плане. И начинается небольшой плазмоклим. Простой. Круговой, да, достаточно простой, и ничего тут необычного нету, в две стороны, зеркальный, так что кому как удобно, так и могут этовать. Ну и здесь у нас финиш, здесь у нас клип, поэтому никак мы не срежем, ничего не сделаем. В общем-то, вот такая вот карта. Давай, Димон, покажи нам, что тут есть еще. Я не знаю никаких уроков. Что все, заканчиваем обзор. Нет. Так, значит, ну вот эти два флая. Вот прикол в том, что один стоит криво, а другой стоит нормально. Потому что вот этот отсюда не взять. А вот этот вот взять. Причем отсюда его, кстати, не взять. Если ты делаешь домашап отсюда, то ты уберешь его и все. Вроде как я смотрел там, когда валидировал, все люди брали вот этот и поднимались. Всем было пофиг, что вот это там берется, там джампом что-то. Хз что-то. Может, кстати, никто вот это... не знал, но подъем вот, вроде как медленный этот. Ну ладно. Ну,
Есть, кстати, вот эта штука. Шампана. А, это джомки. Да. Ну, только спам. Бусты на бустах, чё. Бусты на бустах. Да, это комната. Комната пролетается на там 2000 упсов. Тут вообще нет роутов, просто летишь по пивоне, все. Ну это, кстати, рампа, она не заклеплена. Ракета пролетает. Да, кстати. Ты говорил, а ты мне говорил, что нет. О, ничего, я четко попал. Ну у меня почти всегда так и было, типа, что я четко попал. Ну и тут эта штука. Так, как бы нее так вот. Чтоб было норм. Как сказать-то? Так как у нас там сверху курва. Курва. Нам лучше. Опа, где? Куда я попал? Так, если там у нас курва, значит, вот эта дуга, то нам лучше подниматься по вот этой стене. Чтобы, типа, ну, на огромной скорости там, чтобы ударить сам эту куру и улететь туда. Собственно, так и попробуем, да? Но сейчас я это не смогу, у меня скорости нет. Попробуем как-то у подняться, нас, да? Ну, у нас воображение развито, нормально. Да, у нас воображение, типа, мы летим на огромной скорости, представьте. Вот, и стреляем, стреляем, хопа-хопа, и улетели просто. Вроде как, если делать нормально, то вот эта вся вода, она вообще очень сильно прилетает. Да, она очень быстро. Очень сильно тормозит, все равно прилетает где-то тут 400 лупсов тебя сохраняется. Ну и тут дается плазма, сразу можно делать буст, крутиться, вертеться, пусты делать, дабл джампинг, может даже трипл джампинг, понимаете? Жаль, что у нас не рефлекс. Да. Ну и вот эта штука, кстати. На этой платформе тоже можно сделать буст. Делать тут буст из плазма джампа. И залететь сразу туда. Но ты читаешь жестко и сложно как. Если при этом еще после этого нужно сделать тут бустануть, да. Это жестко слишком. Три буста таких сложных. Жестко на самом деле, круто. Либо можно просто плазмить, в принципе. Вообще тут можно не плазмоклимить, просто три плазминки использовать и пройти всю карту. Так-то так. Ну так. Че, тут вроде нет рука больше, нет? Ну да, по идее эта карта такая достаточно прямолинейная, особо ничего нету, единственное, вот, только вариации некоторых комнат существуют в количестве несколько штук, и все. Так, по идее, особо нету урона, карта интересная! А, вообще. Ну тут типа, либо ползмоклимбишь, либо делаешь буст, как бы. Ну да. И финиш. Чё? Ну давай, пролети, а ты задрачил? 26 секунд сделали, да? Опа. Давай, пройди нам разочек. На скорости в воду по полу пролетим. Бум. Бум, бум, бум. Опа, ну плохо получилось. 28, неплохо. Бум. Про эту лоду, кстати, надо еще рассказать. Да. Когда я валидировал демки, все такие влетали вот здесь в воду и плыли куда-то вниз почему-то. Куда-то вниз там плыли. Зачем вниз, если, типа, такая вот траектория диагональная, она же будет длиннее, чем прямолинейная траектория. Стало быть, нужно как-то по прямой вот так. А, еще лайфхак, а прижмись к потолку. Да, да. Или если вы, типа, улетаете на большой скорости, вот это, например, по этой куре, да, то можно уткнуться в потолок, там... 372, видел даже люди, там 400 тупцов убивали. Это сделать-то вообще только. Какой тут угол должен быть? Да, и, о, имейте, 380. Имейте в виду, что это не только в воде, это и с флаем тоже, если у вас вдруг флай, да, где-то потолки. На Pornstar Ghost 3 на карте есть такой момент. Можете даже, кому интересно, сами зайти и поиграть. Но что, лайфхак, я не могу 400. Лайфхак юзабель. Ну там 400. О, неплохо. Это скорость. Да, нормально. Стенка все сбила. 333! Куда ты там? Жух, полторы минуты. Типа прошел полторы минуты, очень. Да, неплохо. Че, будем демки смотреть-то? Походу. Ну пойдем. Че, тебе зашарить, что ли? Походу. Ну давай. Так вот тебе вот так раз. Видно? И так, черный экран. В натуре? Да. Ладно, я сделал вот так. Вот так.
Без звука не надо, все, давай нормально. Ну что, в ЭКУ-3 демо достаточно много, они все длинные, поэтому мы будем пытаться делать все быстро. И, кстати, спасибо Лексу за полтос, за который поддерживал меня, полтосом. Молодец, короче. Не то, что молодец, спасибо большое за поддержку. Варпак 54.2. Эх, Варпак, Варпак, последнее место в ЭКУ-3. Черный театр. Кикнем же. И без стега еще, смотри, стыдится, что модем. Но пока выглядит все достаточно неплохо, вроде. Он в воде плавал, что ли, все это время? А, я понял. Ну, все, не, я даже не буду ничего комментировать. Все, выключай демп. Даже досматривать не хочется. Ну, блин, серьезно, он упал в телепорт и не переиграл, ну, варпак. Все, ради рейтингов, СП. Еще, еще. Че ты делаешь-то? Я первый театр. Ну, я понял, короче. Я тебя понял, варпак. Знаешь, да, что... Да, мы все поняли. Я на тебя обиделся. Че, проплазмить даже не может. Бандеры взяли. Это Москаль взял, между прочим, с молодежки, между прочим. Варпак. Вот так вот молодежку-то и развивай после этого, когда такие вот кадры у нас выходят. Кутри Гикс на много очень перебил, на 13 секунд. 41,9 сделал. Мне то сейчас пролагало же. Ну, мне тоже немножко. Так, ну стрейф неплохой. Берет флайт, поднимается. Вот здесь, конечно, очень жаль, что не использовал ракеты по стеночке. И здесь сделал остановку. А, ну, судя по всему, да, я понял. Сжимал прыжок во время стрельбы, не надо так делать. А мы можем научно обосновать, почему не надо зажимать прыжок во время климба? Да, надо звать москаля. Ну неплохо. Ну, ты когда, короче, когда ты жмешь прыжок, ты медленнее к стенке прижимаешься. Поэтому все хуй. Вот так-то. Да. А в целом демка хорошая, чистенькая, выполнена без косяков, в отличие от некоторых. Ну. И Кутри Лекс 45. Два дружочка рядышком. Так. А вот Кутри Лекс отстреливался в этом туннельчике, хотя и не очень качественно. И, возможно, не делал остановку у рампы. Изи. Но в целом подъем получился быстрее у Гикса, потому что тот использовал еще курву. Ну, в целом роуты, можно сказать, идентичны. Единственное, вот Лекс туннельчик прошел побыстрее. Ну, неплохо, неплохо. И не надо жать прыжок. Мы каждый раз говорим, не надо жать прыжок во время отстрелов от стен, от там климбов и так далее. Будете жать прыжок? Я не знаю, надо добавить в правила, наверное, что жать прыжок во время климба нельзя. Демка невалидная. Как думаешь? На секунду. Из Эстонии. Механики. Потом я сейчас пролагал опять. Сейчас отойду чуть-чуть буквально. Давай. Так, механик у нас... Насколько я успел узнать, молодой человек, который узнал про дефраг с обзоров зерга под ФВЦ, и вот вдруг начал, захотелось ему поиграть, почему-то пролагивает, зачем-то нажимал прыжок во время каждого выстрела и очень долго жал прыжок здесь, и здесь жмет прыжок. Ясно. И везде жмет прыжок, надо отвыкать от этого, уважаемый механик. Демка локучая, конечно, немножко. Надо отвыкать от RG скрипта. Да.
Шарлу он тоже что-то какую-то бомжи демочку прислал. Ай-яй-яй. Так, ну пока все, демки пока неплохие. Нету косяков таких жестких. Ну вот основной момент, конечно, то, что вы жмете прыжок. Давай все-таки это самое. Потом как-нибудь затаймим, потому что у меня что-то с твоей шарингом лагит. Лаги, да? Ну. Так давай сейчас затаймим. Да изи. Сейчас дам куда смотреть. Ну вот тоже Шерлон вроде бы опытный молодой человек, но не использовал преимущество потолка. Потолковый стрейф в воде. Изи. Так, сейчас Кулиган. Так. Да, сейчас Ксили Джен на секунду быстрее, чем Шалон Танк. Ты готов? Да, я уже нажал. Отлично. Так, так говоришь, Ник, я нажимаю. Ага. Так, и чем у нас порадует Кулиган? Долгим нажатием на прыжок. Да. Ну, неплохие на самом деле ракеты. На рампу не попал перед рампой. Да, рампу прям врезался в рампу, ай-яй-яй. Прыжок иногда нажимал при подъезде. Вот, он в потолок, но... Как это странно, блин. Когда посмотрел туториал не полностью, типа, знаешь, типа, можно в потолок... Да-да-да, у потолка быстрее, типа, нужно сделать... А, я понял, типа, выключает и идет делать. Такое, типа, а... Да, ну неплохо. Единственное, вот потолок, конечно. Ну, Паш, ну ты же знаешь это все. Зачем ты так делаешь? Так, Millennium 34696. Оф. На 3 секунды быстрее. Посмотрим, где он отжал великие 3 секундочки. Стрейфит, кстати. Вот Millennium, несмотря на то, что он не играет особо в дефраг, насколько я знаю. Еще через джампот. Неплохо. Скорости много было. Еще 400. И так нормально. Ай, в рампу попал. Бум. Курву не использовал. Очень странно выбрал траекторию. Так, плазма клим какой хороший. Ты посмотри. Эх, ой, чуть, зацепил чуть, немного. Да, чуть не вылетел. Секу просто. Чуть, вообще, 3 секи потерял там. Ай-яй-яй, Миллениум. Я, кстати, вспомнил один роут, который я забыл рассказать, но да, пофиг, увидим. Да. А расскажи. А там 2x нужно делать кое-где. Интрижка, это в ОКУ-3? В ЦПМ точно, в ОКУ-3, не знаю, в ОКУ-3 в Ласкале вредили. Так, ладно, сквален. Блин, я уже нажал. Таймскейлом догоню тебя. 228 мои гидемки, кстати. 228, 42. Я тебя догоню. Ясно. Да, 228 это скайм. Ну это сварщики там с этим. Поднимается очень долго скайм. Отстрелы. Ой-ой-ой, какие ракеты! О-о-о, нифига! Еще прямо перед рампой приземлился, но ракета не попала в раку. И еще застрял. Зато это юзает пол как потолок, короче. Да? А сколько у него была скорость? 220 там. Ну это в ОКУ-3, поэтому я считаю, что много. Не, в ОКУ-3 как раз таки как и ЦПМ нужен. Да, даже нет, быстрее. Там скорость медленная. Нет. Не, это, да фиг тебе. Ну ладно, демка хорошая, но очень много таких вот... Немного, точнее, а два затупчика, которые бы хорошо бы исправить перед тем, как отправлять демочку. Ну, Раскалин, как тебе это... А он, кстати, это... По-моему, он писал где-то в Дискорде, типа, зачем я вообще отправил демку? Ладно, ну все равно молодец, ты поддерживаешь нас. Мы потратили 32, почти 33 секунды своей жизни, ух. Так, 32.9, но оп. Я не знаю, кто это. И опять зачем-то сразу нажал. Сейчас догоню. Давай. Так, ну стрейф неплохой. Видно, что сенс вроде как, может быть, даже и невысокий. Так. Стрелы. О, отстрелы вообще хорошие. 1500. Еще 2x!
Жаль, ракету не поймал. А так был, ой, прям красиво, красиво. Пытается плавать. Плазмит, плазмит. Да, плазмит хорошо, хоть и угол не самый оптимальный, но это ВК-3, это простите, но ВК-3 там нормально. Нормально, хорошая демка. Я тоже не знаю. Ну, что можно сказать в целом? Плазмы угол не очень. И не словил ракету, вроде да. Так, хухало. 32,7. На 200 перебил. Но оба. Только 3 дебют у него. Как он нам сообщает. ГФ, ГФ. Раскинул стенку. Стрелы уже более осознанные. Да, и кстати, вот он не стрелял в рамку, а стрелял в стену. Боком пытался плыть к стене. Так к стене тоже боком можно, но... Хухалу лучше не брать пример, потому что он это сделал не совсем правильно. Чуть не упал. Не терял, кстати, скорость, точнее, пытался не потерять скорость. Не терял время, точнее, на том, чтобы остановиться, там, сделать ГФ в сторону финиша. Он сразу с климба начал дальше, типа, прыгать на финиш. Это, по идее, быстрее. Он еще мог заплазмить в стену потом на финише, и было бы еще быстрее. Вулканоид 34. Россия здесь, говорит. Russia here. Интересно, интересно. Ну и да, ребят, пока вам всем нужно еще поработать над Circle. Circle Jump у вас, честно говоря, не очень. Так, хорошие отстрелы. Спамит как прыжком, да? Да, как на колесик, да, подозрительно. Жмет Rocket Script. Куруза! Да, очень-очень хорошо вылетел с ракеты. Да, хорошо. Хороший угол с плазмы. Это и... хороший. Вот 600 это. Да. Как он красиво плазмой так. Ба, кружок и цетер. Прям стоп. Просто маг. Ну хорошая демка, ничего не скажешь. Единственное, не жмите прыжок. Не жмите, ребята, прыжок. Кто будет жать прыжок, я буду вашу демку банить. Может и банить буду. И все. Займ. Андрюшка украинский у нас на 300 перебил. Своей родной физики 31. Своя родная физика у него. 31? 31. О. Сервер Defrag.ru. Андрюшка что-то знает. Так, 2х словил 1600-1700. А в рампу не попал, очень же. Но используя ну, она толкнула его все равно. Ну, ну да. Но лучше бы как Хухало тогда. Ну Хухало нашел хороший выход из этой ситуации. И финиш, конечно, очень хороший. Он стрелял просто не в рампу, а в стену. А точнее, или вулканоид это был. Вулканоид, да, по-моему. Вулканоид. Ну короче. Вот кто-то, а вот один. А вот кто-то, вот кто-то. А вот пересмотрите сами, понятно? Плюс 200 сделал. Прокипоп! Красавчик! 29,9. Надо вообще-то конструктивную критику какую-то. Ну-ка давай, Димон, разъясни прокипопу, что не так у него. Хм. По стрейфу пока норм. Ну Circle же, говно, Димон. Я не знаю, я еще не шарю как тут. Было 400 упсов с ночного. Отстрелы. Так. 400. Так. Слабый отстрел. Курву не использовал. Курву не использовал, зато он отстрелил с ракеты. 28 упсов, неплохо, мне нравится. Возмоклим без прыжка. Ну, тут точно никаких подозрений на RG скрипт хотя бы. Но все равно плохо. Так. А, в натуре, а как мы с Энтером делали? Давай по очереди каждый демочку об этом. Давай. Давай. Теперь твоя очередь. Да, Unnamed Player 28.8 на секунду быстрее, чем Покебол.
Неизвестно, кто это, неизвестно откуда. Возможно, это Бетс, а возможно, Весп. Кто знает, никто не знает. Давай, мне с тобой таймить легче, чем с самим собой. Так что ты будешь говорить демки, а я не говорю что. Да. Сервер тайм 1 минута. Сервер тайм 1 минута. Просто зашел и разъебал. Вставил 2х, 1600, 1800, 2000, 2000 еще в рамку. Курву использовал очень быстро, еще в потолок. Ай, потолок? Ой, не плавал, ну все. Ну я расстроен. Потолок плохо. Я расстроен. Потолок это плохо. Свертаем 2 минуты. И плазмил еще в конце на финише, как я и говорил. Но в целом плазмоклимп не очень хороший. Угол не оптимальный. Нужно над этим поработать. Возможно, нужно проконспектировать плазма-туториал. Задумайся. Так, запись идет, все хорошо. Кет 28.5 из Хуэнгри. Давай, Димон, разъеби его, блядь. Хунгари. Так, заранее говорю, вот это ГФы! Так, чтобы... Сервер тайм 38 минут. Так. Вот это ГФы! Надо еще раз говорить. Подъем. Ну, медленнее, надо было кнопку вперед и вверх смотреть. Отстрелы просто божественные. Куру завязал просто превосходно. Траектория в воде не очень. Как-то странно начал плазмить. Сначала прыгнул, через несколько секунд начал стрелять. Плазмил, кстати говоря, не очень, потому что скорость в конце была такая себе. 500 упусов всего. Да, ну вот такой вот кет. Четвертое место в этот раз. На этот раз KNX его опережает на несколько фреймов. 28.4. Оф. Из Тагльятти. Из тылт. Тут. Не знаю, что. Он теперь переехал, походу, куда-то. Так, делал первый прыжок, очень интересный для спейсинга, судя по всему. Поднимался быстро. Ракеты хорошие, каждая ракета взвешена. 1900. Скорости меньше. Что? А, да, кстати, еще важный момент. Они все, ну, кто-то пытается стрейфить потолок, но у них скорость не растет. Вы спросите, почему у Димона была 370? Потому что надо нажимать прыжок, чтобы вас прижимало. Потому что был ЦПМ. Нет, в Q3 то же самое. Да ху. Вроде. Да. Нужно, так, короче, сжать прыжок. Короче, поздравляем Кианекса с топ-3! Красавчик. Ксас Хас из Снина. 27.3 на секунду быстрее, чем Кианекс. Чё, мне его критиковать, что ли? Да, критикуй, чтоб нормально. Ну не критикуй, конструктивненько. Типа, а, не дожал тут. А Хокс говорил, что надо. У прочков тоже говорит, что тут не очень, а не очень. Срезал траекторию, как вчера видел, да? Подстрелы. Под себя какая-то неудружая. Так, ракета. Что-то хз у него по отстрелам, да, вообще что-то. О, 244, смотри. Ну, он все. Даже не смотрел потолок и прыжок зажал. Ну, вот они. По плазме очень быстрые углы. Ну, в смысле быстрые. О, ты видел это? Что за вес вставил? Что это было? Я бы, конечно... Поставьте ему Red Bonus, и все. Да, ну классная демка. Но Rocket не очень. Вот честно, вот глядя на вот эту разницу, овчаркин Ксас, я понимаю, что сделать... Отстрелы. Тут, по сути, ничего сверхъестественного у Ксаса не произошло, правильно? Правильно. Значит, если сделать хорошие ракеты, то надо 26. А значит, что демка Овчаркина не очень. Это мой предикшн. Ну, давайте посмотрим. Мне тебе это гонять сейчас придется. Возможно. Давай, говори, где он. Вот где он? Я его начал, он прыгает. Так. Так, стрейф хороший. Старт получше немножко, чем у Ксаса, побыстрее, по-моему. Рокеты. Определенно лучше. Да, вот рокеты получше. 2х словил. 2х словил очень быстро. Не плавал, да, вот не плавал, минус тебе, овчарки. Ну как ты? Ты серьезно, пес? Топ-3 на ФБЦ не умеет плавать, сука, ты че? Углы у Ксаса на плазме были лучше. Да, у Ксаса плазма лучше.
Ну, руки. Короче, 26 бери. Надо делать. Егор, пошли да. Сейчас онлайн, сделаем 26. Да, все, короче, все, закрываю это все. Всем пока. Всем пока, мы пошли 26. Так, ГТК, вы три свободны, да? Ладно, цепэм. 37,7, давай, Диму. Утрилекс. А? Бум, мой. Последнее место. Так, где он у тебя? А он сейчас вот загрузится и побежит. Ну, я таймлю пытаюсь так. Типа я говорю, ты такой, хоп, все, он пошел. Все, попрыгал, да, одновременно, короче. Строфит, прыжок, живет, как не в себя. ГФ, ГФ, в Q3 переиграл. Взял флай, подлетел нормально. Стреляет. Жил хорошо. Как-то сначала стрельнул, потом ударился об рампу. Угол 69, мне нравится твой стиль. Плавал об пол. Что? О, вот это, кстати, то, что он сжал прыжок на время плазмобиба, я это тоже тестил, это не первый скрипт. Но это все равно минус стены. Не надо так делать. Да. Ты тогда к стенке фигово прижимаешься, и тогда плазмобиб фигово. И скорости мало у тебя. Да. Так, 38 милей. 30? 888 милей. Уф. Уф, на 7 секунд быстрее. Так, он пошел. Сам пошел. Так, хороший стрейф. Стрейф сразу же в разы лучше, чем у Кутрилекса, но подъем у Миллениума очень медленный, потому что он не зажимал прыжок во время подъема. Ракеты тоже не очень хорошие, потому что курву срезал не полностью, по ней проскользил, поэтому скорость потерял. Там как-то странно было. Он вроде остановился ракет нормально, а в итоге струбцов потерял. Да. Это читы какие-то. Античиты. Античиты. В воде не плавал и в конце сделал небольшой ГФ тоже. Минус надо. Все-таки ЦПМ нужно нон-стопом пытаться это все делать. Шаркости перебил на 200 Миллениума из USA. Че, у меня сейчас? Да. Английский базарь. Нет. Буду по-русски ему говорить. Говори по-русски. По-русски понимает. Че за циркл такой в сторону? Шаркости. Акулка, ты че? Надо чаще говорить Шаркости. Шарк. Это Джампад Зеуза. Это, короче, приз за оригинальность, я думаю. Странное РЖ, которое отняло мне всю скорость. Ну, это рефлексорское. Прыжок зажимал. Вот этого я не заметил, кстати. Возможно, он использовал РЖ-скрипт. Хотя, откуда рефлексор знает, что такое РЖ-скрипт? Блы. Тоже жмет прыжок. Красава. Нормально. Углы, по-моему, лучше. Ну да, ну что-то... Ну так, типа... Там Рокет на 20, Тюбцов подозрительный тоже такой записался. Так, Скуби из Днепро, Украин. У нас кто-то еще был из Днепро, Украин. Космобикер же. Ну ладно. Но вот они, видать, с одного города. Да, с одного села. Сотка разница у Скуби с Шаркости. Шарквосити. Шарквосити. Скуби, что там? О, как 0 или там 0 О? О. 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 Плавает в воде. Вау. Стремишь, изи, 360. Это не как тебе в Q3, они вроде что-то делали, но в итоге 200 было потом. Нет, они ничего не делали, они все как кусок этого плавали. Ты как кусок. А вот Скуби норм, между прочим, с 3S рисуют. S значит Скуби. Да. Да, неплохо, неплохо. Почему демка не качается у него? Это вопрос более интересный. Кстати, один демки стык какой 69. Да, ну в общем, плазма. Ты, конечно, молодец, что это похвально, то, что ты не торопился и просто встал, поставил угол на плазме и начал плазмить. Это похвально, это я одобряю. Лучше вначале вот так тихонечко, не торопиться, чем как попало и пытаться торопиться и не тот угол еще поставить и мало ли чего. Очень хорошо. Молодец. Лунтик 28,6 на 2 секундочки перебил. Че, я сейчас его что? Ты сейчас, да. What? Прикинь, у него написано Раша, а он из Крыма. А раньше был из Украины. Нифига сервер тайм, 352. Ну, все в стиле лунтика просто. Ну да. Не прыгнул перед флаем.
сделал ГФ какие-то. И первая ракета, кстати, по-моему, не... И вторая тоже. Попал в рампу четко, не завязал курву. Плавает очень странно, как-то вниз еще прыжок, как-то неуклюжим. Ладно, чё-то. Стреляет, плазмит, плазмит. Убегаешься, как не буст, ну все, дека топ просто. Просто можно все, даже на последнем чеке плюс 33 секи от меня, вы понимаете? Просто бум, лунтик. Красава. Он, мне кажется, чисто из-за этого буста проходил. Так, ну оп, ровно на 400 перебил лунтика. Давайте посмотрим. Ну, стрейф не очень сильный. Я бы даже сказал, Circle 490 это... Такое. Нужно стараться лучше немножко. Двоих словил! Но не заюзал, к сожалению, курву. Без курвы, конечно, тут все медленно. Кстати, результат 2 минуты словил. Двоих за 2 минуты просто. Да? Можно... Не плазмил, кстати, весом. Очень хорошо прошел. Ему можно записать видос, как словить 2х за 2 минуты. И там будет 3 миллиона просмотров. Ашаков на 600 перебил Ноба, 27,6. Ну я сейчас походу, да? Походу, Димон. Ну-ка, раз этого его. Это таймскейл. Ты видишь, да? Кнопка вперед поворачивает. Не очень-то хорошо. Отстрел очень странный. Первая ракета не удалась, но остальные... Не попадал в зону. Но он очень резкий какой-то, видишь, да? Плавал в воде под 300 псов. Ну, в смысле, нет, ты таймскейл 0.5 выключил. Это нормально, сенс просто высокий. Может, это вообще Сашка... Может, он Red Bull выпил? Ну... Ну, в целом неплохо вроде. Я не знаю, что-то такого. Ну, единственное, повороты через вперед, конечно, это не очень положительная вещь. Механик на секунду перебил Кошакова 26,7 из Эстония. Терра, механик. Так, боковыми поворачивает. Так. Не сделал его жалко. Ракеты неплохие, прям. Вообще на туре. Наперед кинул. Наперед кинул, еще плавать пытается. Ну, курву, конечно, но не задействовал это. По диагонали чуть-чуть плавал такой себе. Не плазмил там, неплохо да. Сидит. И 300. На раскладное просто катает, пацан. Просто красава. Но Ксили Джен чуть-чуть побыстрее оказался, механик. Старайся лучше в следующий раз. Видишь, что происходит? Надо встать на место хулигана. Так. 26,680. Ну вроде норм все, да? Это ж хулиган. Че его толку, критикуй, не критикуй, он все равно уже не справится. Можно просто не комментировать его демки больше. Ну все, я сейчас поднимусь и приму сейчас. Давай. Так, ну в целом, ну Пашка, как всегда, в своем репертуаре. Все у него на средненьком, на хорошем средненьком уровне. Дукач 26,5. Ну что там, Дукач? Дукач говорит сервер, эй ты, а я говорю, нет, ты. Так, не смотрел прямо наверх, поэтому поднимался на пару фреймов медленнее. Рокеты не очень хорошие, всего 1500 на прямой. Курву также не задействовал, пытался плавать, но безуспешно. Более того, он даже терял некоторую скорость. Делал дабл джамп и начинал плазмить. Угол неплохой, но
мог бы и получше. Дмитрий. Из Минска. Мне кажется, если поменять пару букв, будет Урай. Ты не находишь? Просто просто. 25,7. Он у меня уже прыгает. Хорошо. У меня он сейчас такой... Бум! И начинает. Отстрелы, но... Ну, в стиле демонов, чё? Отстрелы. Ну, да, отстрелы. Спамят кнопку прыжка, как не в себе. Когда стрелял ракетами, короче, он одновременно при этом прыжал. Да, какие-то странные у нас ребятишки. Чё-то там какой-то буст ещё был, блин. Чё-то всё странно. Димо, ты чё? Из Минска, Дмитрий. Минск. Мы сейчас приедем в Минск, разберёмся. Может, это Клосс под фейком. Из Минска. Ладно, 25,696. Неплохо. Космобикер. Днепро, кстати. А? Днепро, кстати. Да, Днепро. Можно Д убрать. Но... Странный подъем. Да, стрейф неплохой, но подъем очень странный. Не знаю, не тестил по поводу такого подъема, не могу ничего по нему сказать. Попадал прямо в рампу, и опять же, почему, ребят, почему вы не используете курву? И он как-то странно плавал, он думал, что это какой-то нормальный урон, но в итоге считает какой-то фиговый. Да, как-то космобикера что-то в мозгу с восприятием, видимо, не так. Долго очень демка кончается. Ну мы будем стрелять. О, все, все, да. А, что я могу сказать тебе, космобикер? А, вообще нет, не космобикеру, а всем. Вот, ребят, уже 25 секунд, уже пол топ ЦПМа прошло. И до сих пор никто не использовал курву. Посмотрите на выкутришников, какие выкутришники молодцы, ребята. Они сразу курву почти все использовали. Че за дела? Вы че думаете, ЦПМеры? Типа, да мы и так нормально нам, да? Вы используете всю карту. Почему вы? Может, кто-то не видел вообще эту курву, потому что она темная, типа, да, там стена, че там на ее-то? Не знаю. В общем, ладно, take 5, так 35. 24,5. На секундочку перебил. Кто его сейчас этого? Ты. Опа. Я думал, он сейчас спиной пойдет. Не зажимал прыжок. Это прикол немедленно. Летит. Стреляет. Курву тоже не использовал. 360, смотри. Я сейчас не понял, что произошло. Там... полубуст с даблджумпом. Типа буст, прыгнул, он залез на эту фигню, пропустил на платформе, да. И прыгнул на рампе. Да. Странно сейчас было, еще неплохо. Таймскейл репорт, по-моему. Так, Эфиоп. Кстати, если убрать I и у буквы F маленькую вот эту палочку закрыть, то будет Егор. 24,3. Егоп. 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 Да. Так. Отстрелы. Давно не видели. Блин, он тебя там стреляет уже. У меня даже рокет еще не нюхал. О, понюхал, о, пошел. Нормально. Сейчас офигеть. Ты же не спойлери, Димо. О, первый, кто курву юзал, еще плавал. Я же грим. Очень хорошо. Сказатель. Еще этот, ну, не то чтобы он хорошо это выполнил, но то, что сделал буст, это, конечно, почетно, это красавчик, это хорошо. Присылай еще. А, Волканоид на соточку перебил Эфиопа. 24,2. Даблджамп неплохой там был, видишь? Да. Курву тоже вообще неплохо. Правда, плавал очень странно. Забыл кнопку в бок нажать, такой и пролетел. Углы неплохие, завернул, кстати. Это он вулкан рисует, я понял. То есть вулкан вид сверху. Ёпт.
Кипиш 24.1 из Челябы. На соточку перебил вулканоид. Бум. Так, динозавряный кипиш. Не кипи, братан. Вы все еще кипите, тогда мы идем к вам. Так, отстрелы неплохие, но могло быть и получше. 1800, неплохо. Урву почти вроде бы использовал, а вроде и нет. Поэтому стам. Минус. Но дубл джумпер чисто перелетел. Неплохой плазма климп, хотя мог бы и лучше, но в конце сделал буст. А это значит, что ты красавчик. Anyway. В МО 23.8 на 300 перебивает. Я кипишу. Я подожду. Скажешь, когда будешь готов, а я скажу еще раз. Интересно, а есть ли это самое? Моделька чайника. Я нажал. Или нет? Я нажал сейчас. Все, дожди-ка. Все, у меня бежит. Скейл лови, врубай там. Бежит уже, блядь. Бежит бегать, смотри. Умеет бегать. Все, он стреливается. Стреливается неплохо под себяшки, как батя учил. Все, оно одну, правда, пропустил. Кстати, в курву очень хорошо попал и почти неплохо. Да, бля. Вообще жестко. Хороший ГБ. Норм ГБ. И последний ГБ прям, смотрите, я, говорит, могу даже притормозить на ГБ. И перебить кипиша. Технично, технично. Так. Так, ну ты про кипопа-то обозарь. Я не хочу с ним разговаривать. Я его врубил. Под 3.2, красавчик. Из Москвы, говорит. Приеду, да. Тебе жопу надеру. Циркл. От слова цирк. Неплохо. Да. От слова цирк. У как он так приседал вообще так вниз. Вот это вообще скорости. Еще и Майкс не словил. Зато он единственный, пока кто плавал, хорошо. Да. Паркипоп молодец. Прокуратура тащит вообще. Вообще, на финише у него очень большой минус, потому что он не использовал преимущество ЦПМ физики в виде аэроконтроля, а он заворачивал типа из-за вот этой наклонной, поэтому он очень много потерял. Переиграл. Да, Unlimited Player тот же, видимо, который в Q3, а может это Весп, а может и нет, а может это Бенц, кто ее знает, никто не знает, может это Эльф сидит там. Какая загадка. 22.9. Каунтри здесь. Каунтри здесь. Каунтри — это музыка. Да. Так, хорошие отстрелы. ГБ. Он имеет ГБ. Оф. Хорошо попал в курт. Вообще, еще и целбак там был. Плазмит. Буст. Это буст. Кто ты, кто ты? Расскажи нам в комментарии, напиши, кто ты. Шарлон плюс сотку сделал. Почти плюс сотку, точнее плюс 50. А Шанзи вместе с ним. Да. Он меня попрыгал уже. Да, говори. Так. Так. Нор поднимался. Бусты может. Новый там довольно слабо. 2х. Курву завязал. Во. Молодцы пошли уже, да? Еще буст! Да. Углы такие себе были. На самом деле уж чё вообще. Так. Начинаются демки с почти большим отрывом. 22.3 на 500 быстрее. Eternally drunk. С не совсем большим отрывом, так сказать. Да. 500. Полсекундочки всего. Что в нашей жизни полсекунды? Что это? Даже... моргаешь полсекунды, что это такое? Рек. Так, поднимался не очень, надо было смотреть выше. Рокет достаточно неплохо выполнил. Неплохие подсебяшки, но в рампу потом ракета не попала, и в итоге... Неплохо вылетел, да, сделал ГБ. И еще ГБ нет. Ну, просто вот выполнил, тупо чисто так, знаешь, все среднячком. Вообще бы в рампу попал, было бы вот прям, ух, нормально. Так, 96 плюс, это, видимо, его возраст. Ньюбр
Это он кричит «Ньюмор!» и КТ на контртеррористы, Болгария, 22-0. Да, он попрыгал. У меня вот сейчас сейчас он почти вот сейчас идет. На канадском сервере играет. Из Булгарии, кстати. Булгария, да. Назвал Бука. Космобулки, но... Без кустов, за скиммер, угол! И в рампу! В рампу попал! Хуже завязал, 1300, иди бог! Буст неплохой, 1100, и буст еще, хотя, и очень быстро знак подготовил. Да. Ну, писал об этом, что-то у меня проблемы с этим, вроде как решили. Да, темка очень классная. 21.6, варпунч, на 400 быстрее, чем Ньюбор 96-го возраста, а Венуб, там кто-то бегает. Космобайкер стопудово. Думаешь? Да. Самокритично. Там поваров, понятно, там, ну, это все, в общем, космобайкер. Так, очень много скорости у Рпака, попал в рампу. Поднимался, на самом деле, не очень быстро, как-то он немножко цикл ракет, по-моему, потерял. Устудил, устудил! И сполз под жабом, ты понимаешь? Рпач! Ладно, ЦПМ-демка у тебя хорошая. Но в ЭКУ-3 я тебе все равно не прощу. Не прощу тебя в ЭКУ-3. Ты падал там 15 раз. Это очень плохо, ребят. Не отсылайте такие демки. Не делайте меня грустно. 21.3. Нубзорн из Франсе. На 220 перебил. Так, Варпак. Сейчас уже пошли более-менее топовые игроки. Нужно их по-жесткому. Ну топ-3 пошли. Так. Переводил зону очень часто и их не зажимал. Фигово, Зорн! Плохо! Зато ракеты в стиле Зорна неплохо. Еще 800 ракет, еще и под себяшки, кстати, неплохие. Да. Плавал, кстати, видел, как спамил две топки. Буст, плазмил до конца и тут буст с конца сделал. Да, неплохо, кстати, все по роуту. Да, в целом финиш получился очень хорошо, потому что... Очень важный момент, когда вы делаете такой, когда вы так бустите, особенно в конце, очень важно не подлетать высоко, потому что пока вы летите, тоже время идет. А чем ниже вы будете, тем быстрее вы сделаете буст, тем быстрее вы поплетите на финиш. Пус. Запарили базарить уже про Рамштайн, уже месяц свой Рамштайн, труд вообще надоел, 21.8. А еще и думают, типа, а че, а где вот этот Егор, куда он ушел, что не видно его. Натуре. А вот надо меньше базарить про Рамштайн. Вообще ни в одну зону не попал. Блин, что это? Так, ты же говоришь про Куза, да? Да, но в зону не попал, да. 200, между прочим, будет. Вот бус хороший получился. О, 418 в зону. Буст на рампе. Ты понимаешь, на рампе. И тут буст. В рот мне ноги, пуст. Ох, да, хорошая демка. Но, опять же, вот здесь он очень много потерял. На последнем бусте, потому что он подлетал достаточно высоко и сделал буст, там, по-моему, ближе уже к другой стене там вот этого финиша. Получается, что он сотки две, наверное, там потерял. А сам, по идее, самый быстрый вариант был бы, если вы делаете на краю, на начале этого пада, точнее, сразу буст делаете. Ну, в общем, сейчас посмотрим. У пса, возможно, у него все идеально выполнено. Но, скорее всего, нет, 19.7. Я слышал, что там про какой-то скиб базарили. Какой-то скиб. Друг человек. Какой? Не знаю, какой-то скиб, говорят у пса. Так, стрейф неплохой. Друг человека, но ты, Егор, птица. Подъем минус 72. Друзья. Подъем минус 72. О, 200, неплохо вылетел. 2х, поэтому... 1400, неплохо проплавил. Буст. Да, вот. То есть он сделал неплохо. На краешке прямо. На самом деле, можно побыстрее. Всегда можно побыстрее. Да, поэтому имейте в виду. Ну давай посмотрим. Таймскейле 0.7. Демки Овчаркина. Да, демки Овчаркина. Топ-1, 27.2. Так, ты готов? Нет, сейчас, секунду. А я нажал. Козёл. Ладно, жди, я перенажму. Да какой? Я уже нажал. Ладно, я уже тоже нажал. Ай, Егор. Так. Лайв куплес.
Ну вот, Player-Lane. Давайте разберем более подробно демку овчарки на ВК-3. ЦПМ у него более-менее ровная, но вот ВК-3 у него... ВК-3 старт хороший, но я помню, где-то у него там косячок где-то. Угу. Поднимался очень хорошо. Ракеты четкие, под себяшка хорошая, вторая тоже. ВХ словил хорошо, стремился. А, он не плавал, да. Единственное, вот он не плавал, он пока не плавал, он где-то сотки 3, наверное, потерял. Может, чуть меньше, но около того. Плазма хорошая. И Зоу попал быстро. Да. Ну вот, то есть, у него основной косяк в том, что он не плавал. И тем не менее, он победил. Почему-то в ВК-3 почти никто не плавал. Очень странно. Это же свиминг мап. Шарк. Ну. А, так. И ЦПМ 19.7. Первое место. У? Ну, в ЦПМ все более-менее ровно. Ну. Ну, его физика хуже. Да. Циркл даже не 600. Фу. Ну, на самом деле, вот. Старт, вот подъем медленный, потому что у меня был свой подъем. Его первый чек плюс 48, а второй минус 72. Буст хороший, в целом вторая ракета тоже, но здесь тоже у него небольшой минус, потому что он слишком высоко подлетел с этой рампы, надо было ракетой себя вниз толкать, чтобы раньше делать под себяшку и раньше получить больше скорости. В остальном вроде как все неплохо. Сделал хороший буст, забыл джампу. И вот здесь он климбил, на самом деле можно было бы, наверное, сделать буст с плазма джампом, а потом еще один буст с боковым стрейфом просто. Это было бы намного тоже быстрее. Я думаю, там даже плазмоджап не нужно делать, там слишком большие. Не, там финиш повыше чуть-чуть. Платформа. Поэтому лучше, мне кажется, делать. Потому что с обычным прыжком не факт, что ты потом следующий буст сделаешь. Такие вот дела. Открываю я вот вам брозер. Так вот, брозер, бум, DevComps, Quake 3 Defrag Competitions, вот это все. В общем-то, получает у нас Warpack 11 рейтинга за свою говную ВК-3 демку и получает 22 рейтинга в ЦПМ. Кет получает минус 10, ну так уж вышло, что пушки не совсем его стихия, и он занимает 4 место, из-за чего получает минус 10. Кипиш получает минус 1, говорят, не кипятись, братан, минус 1 не приговор. Шавлон тоже получает минус 1, и Лунтик получает минус 19, потому что ниже среднего результата. Такая вот карта. Спасибо всем, что посмотрели. Обязательно поддерживайте нас лайками, подписками своими. Обязательно пишите комментарий. И сейчас у нас проходит Summer Cup 2019 года. Как ни странно, 2019 сейчас год. В котором будет 4 карты, 4 недели. Целый месяц мы будем играть очень сложные, надоедливые, кривые карты, которые отобрал Носф. Без обов, к сожалению. Поэтому участвуйте, обязательно отправляйте все демки, это будет за дополнительный рейтинг. И после этого капа весь рейтинг обнулится, и мы уже будем с вами приветствовать новый сайт defrag.ru. В общем-то все. Спасибо Димону за то, что с нами сегодня побыл. Да. Присылайте свои деньги в плане донатов. Присылайте деньги, если хотите. По ссылке в описании можете разово донатом поддержать, как это сделал, кстати, Кутрилекс. Еще раз ему спасибо большое за полтинник. И либо можете стать, если у вас есть некоторые возможности финансовые широкие, можете стать моим патроном. Там есть даже подписка за доллар. Там будет вся эта информация, которая на DevComps появляется, и в целом по движухе в Дефраге, там я буду новостями чисто для патронов раньше всех. Вы будете видеть, в общем, если хотите, подписывайтесь, мне будет очень приятно, и это будет мотивировать делать какие-то видосы. И скоро, кстати, так как рефлекс у нас кончился, будет много видосов скоро. Возможно, немного, но некоторые видосы полезные выйдут. В общем-то, все, ребят, всем спасибо, всем удачи, не забывайте стараться лучше. Boom.